Всем привет, ребята, вы на канале Денплей, и сегодня мы с вами поиграем в игру Бравл Старс. Короче, это моя вторая попытка. Первая попытка была намного лучше, потому что я там совершил свою крутую покупку в магазине, где я купил... Короче, вышел, кстати, Акула Леон, акция такая вот классная. Ну, Леон Акула, в принципе, скин неплохой. Кстати, добавили еще, вернули скин Гвардейца Кольта. Так, я попробовал выключить музыку, но мне как-то не очень так... Вот так получше, только тише чуть-чуть сделаю, и мне как-то так комфортнее снимать, чувствую себя в Бравл Старсе. Короче, я купил... Ну, давайте сначала вот так. Мортис. Мортиса я апнул на 500. Это было на видосе. Но если бы видос был просто, как я апнул на 500, это было неинтересно. И вышла акция Supercell, выпустили скинчик, ну не новый, а просто скин за 39 гемов. Знаете на кого? На Кольта. На Мортиса за 39 гемов тут скин висел. Со скидкой. 39 гемов. Ну вы знаете какой, я же покупал. И ведьма Мортис. У меня есть шляпа Мортис, у меня есть ракобильщик Мортис. Я в том видосе его купил за 39 гемов. У меня потрачились гемасики, у меня 80 гемов сейчас. И апнул на 500. Что я тут только не сделал. Но, к сожалению, он не сохранился, ребята. И мне не удалось просто его, блин, выпустить, вам показать. Потому что, ну это будет, ребята, повтор. Там я сливал. Там я, если честно, сливал. Я был там вообще грустный, блин. Вот, если честно, ну, в том видосе, вот, который я снял примерно, ну, 30 минут назад, потому что, ну, я, короче, не в настроении уже был, выключил, короче, ну, сразу пошел монтировать, чтобы выкладывать, ну, он, короче, не сохранился, и, ну, я монтировать именно смотрел в галерею, а его там нету, такой, офигеть, ну, и у меня не было настроения, но у меня уже есть оно, я там сливал, я там серьезно слил, вот, посмотрите, сколько у меня... Я, ну, у меня вот, да, 55, там 41, я еще плюс уже сливал там. Короче, давайте Броубол, Мортис, Ракобильщик. Очень классный скин. Мне он очень нравится. Я не понимаю, конечно, что это у него, типа... типа какая-то, ну, похожая, я не знаю, что это у него. Ну, похоже на какую-то расчесочку такое, что-то вообще. Ну, я не знаю, это типа... Ракобильщик, типа, ракобильщик, ну как, типа, рок такой, ну, круто, у него, кстати, причесон классный, мне он очень нравится, надеюсь, вам он тоже нравится, и вы его купили за 39 гемасиков. Вот если бы у меня было много подписчиков на ютубе, я бы разыграл бы таких Мортиса кольтом называю, я бы разыграл таких Мортисов, но так как у меня канал небольшой, скоро, надеюсь, будет не маленький. Ну, короче, погнали. Броубол, где я тащил на ведьме Мортис. Если вы помните этот видосик, где я на Мортисе ведьма тащил, ставьте лайкос, ребята, обязательно лайк. Так, Мортисон. Так, у нас там Эльпримат. Так, я сосредоточен на игре, потому что я сливать не хочу Мортиса, блин. Я его на 500 апнул, дай пас. Чувак, блин. Слышь ты, Ашот, сейчас у меня получишь, блин. Вот, блин, капец. Так, мы первый гол пропустили. Потому что бул какой-то тупой получился у нас. На! Опа, убегать, мансить нужно. Блин, ну ёлки-палки, пацаны, куда ты пас дала? А, вы ненормальные, братаны. Дай выбил. А нет, не выбил, Биби. Забрала, ну, короче, понятно все с вами. XXX забивает, короче, гол какой-то, ну, блин, печально. Не, с этим я попрощаюсь навсегда. Надеюсь, они мне никогда не попадутся. Капец какой-то, ну почему вы такие тупые, блин? На 500 кубков, блин. Ну, серьезно. Так, надеюсь, еще не буду сливать, потому что я не хочу сливать. Ой, давай. Ну, как же, и как бы еще вы знаете, я вызывал лалью кинул. Ну и вы понимаете, зачем я купил этот скин, потому что на Мортиса я, чтобы апать его на 1000 кубков, я, конечно же, должен иметь все скины, чтобы было комфортней и приятней.
Добить. Хорошо сыграно, хорошо. Только Нита провожала, что не убила его. Мишель, убьешь этого Дэрила? Классно, да. Так, Ice Arrow, хорош. Ice Arrow просто топовый. Так, пожалуйста, забей. Но это не сегодня будет. Завтра в программе в 8 вечера будет, как Нита забьет гол. Но не сегодня. Печально. Так, ну что я уже ничего не сделаю. Сделали еще. Так, давай, опа. Блин, задело. Ну все, пацаны. Ну, давайте, выбейте мяч, блин. Давай, выбей, ультуй, хорош. Ну, блин, мы пропустили уже гол, но это ужасно. Дай пас, ты, Шелли. Он перехватит сейчас. Ой, меня еще залагало что-то. Блин, ты понимаешь, нам надо забивать, бежать. Убей, пожалуйста, Нита, этого балбеса. Хорош, промчался. А теперь надо как-то что-то сделать. Надо что-то выдумать, пацаны. Я побегу этот... И... Да, топово. А скиллуха у меня уже есть. Блин, Шелли дурацкая. Blood Ice Arrow. Уважаемый. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Блин, что-то тупо мы сыграли. Ну, я забил гол, но команда моя просто чуть-чуть неадекватная. Кто тут такой вообще? Я просто знаю одного Blood Ice Arrow, мой подписчик. Не, это не он, у него меньше кубка намного. У него 6000 вроде. Ну вот, у меня в друзьях есть даже мой подписчик, если вы знаете. Так, где? У меня тут одни топы. Так. Кай Найсеру, блин, чё, блэд, я думаю, так, окей, ну, 490, ладно, подниму еще. Ну, броуболи надо поднимать, надо найти тему какую-то крутую, Брока взял, братан, ну, Брока, конечно, брать, блин, еще и не играет, блин, ну, пацаны, ну, вот, это какой-то, блин, не показ Мортиса, а какой-то, блин, знаете, как делает это, как его, Арткул, тупые люди, блин, в Brawl Stars. Блин, ну это серьезно какой-то тупой выпуск. Не, я его переснимать не буду, я хочу показать этих, фух, не залетело. Хотя, по идее, должно было залететь, как там не залетело. Убей, пожалуйста, хорош, ты убил наконец-то его. Так, ну я должен забивать. Только как? А, ну ладно, промчался, потому что я ждал, пока бармен использует все свои тычки. Блин, ну какой-то тупой Эль Прима, а почему он такой тупой? Ё-моё, это тупо как-то быть на 500 кубков таким ненормальным. Блин, капец. Все, я иду в ШД, это какое-то издевательство надо мной, блин. В первом раунде этот дурацкий, блин, бык или как там, не, дурацкая, не помню, эти балбесы везде преследуют, блин. Спасибо, что слили, пацаны, мне персонажа, который я собираюсь на 1000 апнуть, вы, наверное, мои хейтеры. Окей, так, что загрузка так долго идет? 100%, наконец-то, ух ты, это задержка была, что-то с Wi-Fi, хотя не лагает, по идее. Так, фармим эти боксики. Блин, тут бычара пришел, мои банки сейчас заберет. Блин, надо валить подальше. Так, рокобильщик Мортис. И, кстати, скоро будет выпуск тоже по Brawl Stars, как, ну, какой Мортис круче всего. Вы знаете такие рубрики у многих ютуберов, но у меня же все скины есть. Обычный Мортис, Мортис в шляпе. Ну, это у всех они есть, но я понимаю, но все равно же скины. Потом ведьма Мортис и, конечно же, как его звать, рокобильщик Мортис. Так, я боюсь сюда идти. Большие кусты — это признак крыс. Так, окей. Шелли идет сюда. Ну я... Ух ты, ёлки-палки, ага. Да, я был прав, что большие кусты — это признак большой крысы, у которой 8 банок уже.
Ну это ненормально как-то. Я вообще сегодня сливаю кубки. Я вообще брал старси, ребята. Что-то начал сливаться. Вот сезон закончился. Твой друг онлайн. Моя одноклассница. И, короче, в Football Strike играет. Да и мы все сейчас играем, если честно, в Football Strike. Офигенная игра, кстати. Я ее сниму, скорее всего. И девочки, и мальчики. Все у нас играют в Brawl Stars. Football Strike. Так, ты нубиха. Нубих надо убивать, ты знаешь? Ну, точнее, нубов. Ну, нубих, потому что Пайпер — это же девочка. Так что он там сидит, да? Он ждет, пока я пойду забирать банку, типа фармить ее. А нет. Ой, так. Не знаю, крысит ли она, я не знаю. Ой-ой-ой-ой, по мне прошло. Ну, скин на акулу Леона, на Леона акула. Ну, достойно такой неплохой для 80 гемов. Если бы еще скидочка была, у меня был бы Леон за 49 гемов, примерно скинчик бы был. Ну, или за 60 пускай, но я бы купил бы классный скин, чё. Ну, серьезно. Необычный, плюс на легендарку первый скин, пока рикошет, там тебя встречает крыса, про которую мы сейчас с вами разговариваем, он полетел. Ой-ой, я боюсь, что он сейчас ко мне придет и как хряпнет меня своими сурикенами. Биби защищается, но Биби это не поможет уже. Ой, там еще один Леоныч. Леня. Сейчас ты меня получишь. Леонид Воронин. Ладно. Зачем я это сказал? Ох, ты получил. Давай, Биби зажимает. А, короче, минус Биби. Я ее... ладно, даже встречать не буду. Хотя... Биби, прощай. И Биби, вали. Так, все. Я побежал. Опа, крыса проснулась на меня. Агриться начала. Ты че на меня? Давай быстрее лучше убивать того, и вместе потом будем с тобой сражаться. Ну давай. Опа. Давай подразни тебя рокобильщиком нашим там. Окей, я пока не сяду. Ну, как бы не как должен. В кусты. О, не, в кусты я не сяду. А теперь... Блин, крыса такая. Ну, я думал, он в кустах сидит. А он, оказывается, ульту заюзал. Если бы еще и ульту я заюзал на него, то, возможно, бы я его убил. Ну, прикольные катки получились. Давайте напоследочек броубольчик вместе с Мортисом. Бомбежка на последний раунд. Рокобильщик Мортис. Юра против Дэнплея. Окей, Юра. Юрко, давай. Юрко, зачем я так сказал? Вот, ё-моё, тут еще, блин, и нуб этот, как его звать, Фрэнк. Он хотел заюзать ульту, но он, блин, капец какой-то. Окей. Окей, Юрко забивает гол. Почему я Юрко? Мне так смешно это звучит на украинском, ну, как бы... Юрик, на тебе. Ой, хорош. Убить, блин, что я делаю? Я туплю. Так, надо как-то вот так и вот так. А потом сделать. Блин, тычка не хватило. Почему? Блин, капец. Так, убивайте кого-то там. Ну, убейте вы Юрку. Юрку убей. Убей Эль Прима, пожалуйста, давай добивай Эль Прима. Зачем ты с мячом пошел? Мяч мы сейчас отобьем. Так, хороший взял. Я взял. Мортиса прошел. И, забить. Залетит? Да, залетело. Пропустили Мортиса. Держите от Мортиса. Бибу, так. Ой, надо, ой, че, куда я пошел? Я что-то засматриваюсь на персонажа. И я протупил. Не, я не протупил. Это вы протупили, народ. Я еще подальше занесу мяч, чтобы все заспаунились уже наконец-то. Не, я думал, что я протупил. Но оказалось, что нет, это я все-таки протупил. Ну да, это, короче, понятно. С вами. Фу, ребята, надеюсь, вам понравился этот видосик. Вы поставили уже лайки, подписались на мой канал Дэнплей. Все, ребята, с вами был я, Денис. Всем удачи и всем покедова. Удачи вам, ребята.